Это очень сложный процесс, непростой. Там 33 переговорные главы, по которым нужно выполнять серьезные изменения законодательства внутри страны, делать реформы, продвигать экономику, политическую систему чуть-чуть менять. Ну и главное, и самое тяжелое, это, конечно, будет вопрос в том, чтобы наше законодательство полностью гармонировало с европейским. Европейцы, вы знаете, нам предложили, что до того, как мы перейдем к переговорам по этим 33 переговорным главам, мы выполнили кое-какие требования, которые должны быть выполнены каждой страной-кандидатом. Киев, официальный Киев сказал, что до конца года мы эти изменения сделаем. Эти изменения, в принципе, в интересах украинской стороны, если мы идем путем европейского развития. И после этого мы уже можем приступить к открытию официальных переговоров о вступлении и открываем, определяем, какие из 33 глав, вначале это будет 3-4 главы, по которым работаем, закрываем. Потом опять 3-4 переговорные главы, закрываем.